Привет всем, с вами Норот, и мы начинаем прохождение игры Nate Borz Back from Hell. Начать игру. Сделать гадость сердцу радость. Как мы скоро увидим, наш сосед тот еще тип. Редко застанешь его мирно сидящим в кресле. Исключение только подтверждает правило. Может, он просто затаился и что-то высматривает. Вуди, это не по душе. Придется навестить соседушку. Лучший результат 0. Так, каких-то тут 0,4 монеты. Начать игру. Так, в серии сделать гадость сердцу радость. В коридор. Так, обучение. Ротвейлер даже не задумывается о том, что к нему проникнут незваные гости. Он хочет просто проваляться еще один день. Пора осмотреться и подготовить для соседа ловушки. Нажмите, чтобы продолжить. Если я что и знаю о мистере Ротвейлере, так это то, что он верен своим привычкам. Вначале он делает что-то одно и только затем другое, а потом начинает весь цикл заново. Избегайте встречи с мистером Ротвейлером. Лучше спрячьтесь в безопасных комнатах. Сосед ТВ. Вернуться к Вуди. Рек. Запись. Батарея. Так. В мебели и коробках можно найти полезные предметы. Комод. Обучение. Так. Собранные предметы появляются в вашем инвентаре. Применив их к объектам окружения, вы сможете подстроить очередную пакость. Подушка-пердушка. Подушечка издает смешной звук, когда на нее садятся. Больше ничего. Так, идти в кухню. Здесь вышли. Так, правой кнопкой мыши он передвигается медленно. Левой быстро. Он все равно не слышит. Так, вниз он не спускается, он ходит только от телевизора до бинокля. В принципе, уже понятно, куда надо подушку-пердушку положить. На кресло. Ладно, смотрим дальше. Я так понимаю, 4, здесь 4 пакости можно сделать. То есть вот 2 и флаг. Это, наверное, означает, что 2 достаточно будет, чтобы пройти уровень. Это же в шкафу. В подобных укрытиях вам ничего не угрожает. Понятно, здесь закрыто у вас. Эта дверь ведет в подвал. Туда мне не пройти. Так, а выйти отсюда вообще можно? Смотреть на запертый выход. Выход по-прежнему заперт. Значит, он потом откроется. Так, это у нас развернуть на весь экран. Это проще. Так, это у нас фокусироваться на соседе. Либо на Вуди. Либо просто мини-закреп. Ладно, идти в ванну.
это мы переместимся сюда. У нас тут крытая птичка. Осмотрите этот объект, чтобы получить полезный предмет. Прокручивайте колесики вверх и вниз, сопоставляя значки в каждом ряду. Колесико, то еще ничего. Кнопками. V и S. Просто три одинаковых. Все, то есть единственный вариант был взять клей. Суперклей. Если капля клея попадет вам на руки, скорее бегите в ванну, иначе ваши ладони склеются навечно. Хорошо, это значит надо на это, наверное, сделать. На бинокль. Больше тут ничего нету. Так это его мысли, то есть он сейчас хочет посидеть, позалипать в телеке. Это, я так понимаю, точка кипения. Ну, хорошо, пойдем. Делаем так. Подложим подушку. Используйте предметы, сочетая их с окружающими объектами, чтобы получить нечто новое. Поздравляем с успешной подготовкой первой пакости. Нужно лишь совмещать подходящие друг к другу предметы. Клеим, где капнуть сверху. Смотрим. Он сейчас сам будет автоматически наводить, наверное. Да. Одна из подготовленных вами пакостей вот-вот сработает. Оторвитесь от дел и насладитесь представлением. Так, одну монетку получили. Ладно, вряд ли мы успеем, но... Здесь он сидит и смотрит телевизор. Так, тут не успели ничего смотреть. С телевизором что-то сделать. Холодильник. Пора наконец съесть это яйцо. Уже попахивает. Делаем клей. Превосходно, теперь вы можете сохранить набранные очки, выйдя через парадный вход или точку эвакуации. Останьтесь, если хотите продолжить игру и добиться еще большего успеха. Конечно, останемся. Так, сейчас он нас поймает. Не заметил. Так, что мы с яйцом сделать? Микроволновку. Жарен бегает немного. Получается, все, сейчас будет четвертая пакость. Да, превосходно. 4 пакости сделали. Это, я так понимаю, их надо прям подряд, чтобы вот прям подряд. Так, 6 минут. 3 раза. Что-то 3 раза. Непонятно, что это. 3000. А, ну, то есть 3 жизни у меня, наверное, было. То есть 3 раза меня могли поймать. И это я тоже не знаю, что один. Так, продолжить.
Так, сверху это у нас без паники. Мы идем снизу вверх. 29. Какая-то дата. Расписание. Так, вот мы сделали. То есть мы вообще в другую сторону, получается, снизу вверх идем. Так, первое. Сделай гадость, сердцу радость. Так, все, это выполнили. У телеэкрана. Так, или можно его выполнить, попробовать прям на максимум. Сейчас попробуем. Прям, если, грубо говоря, на время. Мы уже все знаем. То есть мы берем одну. Второе. Нам надо сначала собрать все предметы. Чтобы его прям довести. Так, теперь сейчас мы здесь ничего не успеваем. Здесь успеваем. Делаем клей. Кладем яйцо. Так, он не успел сделать. Так, и теперь быстро туда надо положить подушку и замотать антенну. Можно не смотреть. Все, получается, все по порядку. Так, вот. Две подряд уже у него идет. Кипел. Сейчас сядет на него опять. Сначала к телевизору. Опять скипел. Ну и третий раз будет сейчас. Ну это просто нам даст дополнительные очки. Так, вот теперь у нас было, по-моему, 13 тысяч, теперь у нас появилось время, что мы быстрее прошли, не за 6 минут, а за 2. И 3 раза его выбесили, то есть 3 тысячи сверху. Ну, в целом, на вот это мы не будем претендовать, то есть мы будем проходить, скорее всего, без вот этих вот порядку. Ну и на время тоже будем, не будем смотреть. Так, продолжаем. У телеэкрана. У телеэкрана. Воскресный отдых. Сосед развалился в кресле перед телевизором с непременной бутылкой пива в руке. Время от времени он заставляет себя встать и тащиться к холодильнику за новой бутылкой. Как же Вуди улучшить момент для пакости? Поживем увидим, решает Вуди и незаметно пробирается в дом. Так, здесь у нас 6 пакостей. Лучший результат 0. Серия у телеэкрана. Пиво появилось. Так, слабительное растворить в жидкости. То есть это нам пиво, это микроволновку. Пила, ей пилят. Кресло, наверное, подпилить. И использовать телевизионная антенна. Хорошо. Начнем, видимо, вот сюда. Пиво начнем, наверное.
и держатель туалетной бумаги. Можно еще одну пакость сделать. Отлично впитывающая туалетная бумага. Так, он сейчас побежит, наверное, здесь коротким путем. Неизвестно, куда он побежит. Тут можно... А, это пауза. Либо сюда он пойдет, либо туда пошел. Так, а если мы медленно будем так красться? А, нет. Красться нельзя. Время идет. Так, одной жизни меньше. Хорошо, что их у вас три. Почему тогда вот это сделано? Так, все, прошли. 6-3. Ну, в принципе, говорю, за этим мы особо не следим. Нам главное 6 пакостей выполнили. Выполнили. Так, продолжить. Статуэтку опять какую-то получили. Не пишут, что за статуэтка. Так, ладно, следующее. Сюрприз ко дню рождения. Сюрприз ко дню рождения. У соседа день рождения. Как всегда, он празднует наедине с собой, любимым. Задувает свечу и желает себе всего самого лучшего. Между делом он спускается заглянуть в почтовый ящик. А ну как пришла открытка или посылка с подарком. Вот бедолага. Разве так справляет день рождения? Вуди решает ему по-соседски помочь. Так, 6 у нас. 6 пакостей. Серия «Сюрприз ко дню рождения». Сначала собираем. Как у нас уменьшит никак. Мыльница. Польская это какое? Не дай бог выронить. Это больше. Единственное то, что если расширять, вот это место у нас получается скрытое. Такая слепая зона. Ходит только сверх-вниз. Чёртый фломастер. На портрете. Так, мышеловку. Почтовый ящик.
там мы уже сделали, получается, раз пакость, два, здесь будет три. Шутиха. Он наверняка запустит эту шутиху в честь праздника. Четыре. Посмотреть на свечи для торта. Так. Так, тут еще холодильник, наверное, опять яйцо. Попробуем. Сосед все время подскальзывается на этой лужице. Может улучшить ее скользящие свойства? Значит, сюда мы. Так, значит, здесь надо яйцо, шутиху и мыло. Три здесь, потом надо туда успеть добежать, там мышеловку поставить, пока он здесь будет ковыряться. Так, он не успевает. Сюда надо нажимать. Это не прям на торт. Так, можно вниз спуститься, в принципе. Мышеловку пока поставить. Четыре. Куда он пойдет? Да. Так, ну пока на взводе. Почему-то не опускается полоска. Так, хорошо, ну, в принципе, все равно 5 засчитали. Хотя, по идее, там полоска должна была опуститься, скорее всего. Так, все. Дали опять эту статуэтку. Золотую. Продолжить. Яблочный пирог. Так, у нас здесь есть такие стрелочки. Зелененькие. Вот здесь показывают, что как бы это первая серия, вторая, третья, потом так, четвертая, пятая, шестая. И потом уже переходит на второй сезон. Яблочный пирог. Яблочный пирог. Что может быть лучше яблочного пирога? Думает сосед, ставя очередной ломтик в микроволновку. Ах, пальчики оближешь. Но если как следует приспичит, забудешь даже про яблочный пирог. И сосед стремглав мчится в ванную. Вуди остается только ловить момент. Должен же кто-то помешать соседу наслаждаться пирогом. Так, 7 пакостей. Серии яблочный пирог. Берет пирог. Ставит в микроволновку.
потом сделаем. Так, он идет. Уходи. Мыть руки. Так, здесь лужа. Пена для бритья. Так. Начнем отсюда. Мыло. Так, с пирогом, в принципе. Вроде все, с пирогом уже ничего не делать, что там. Пена для бритья используется. Лосьон после бритья. Так, это у нас уходит дорог. Волосин. Закрасить картину. Здесь он очень долго ждет. В принципе, успеваем. Так, все, все 7 пакостей выполнили. 5 раз он бесился. Продолжаем. Так, статуэтку мы дали. Так, 5-я серия. Футбольные баталии. Футбольные баталии. Наш сосед – ярый футбольный болельщик, за исключением тех случаев, когда мяч попадает в его окно. А ему всего хотелось немного расслабиться, поиграть на пианино. После таких переживаний лишь любимая фиалка Сьюзи может успокоить его нервы своим ароматом. Но Вуди вновь выходит на сцену. Так, 8 пакостей. В серии «Футбольные баталии». Не думаю, что мой сосед пройдет здесь. Потом. Ha 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 ha!
второй раз получится разрисовать. Ладно, получается. Он уже не замечает. Все, 8 из 8. Вот туда, продолжаем. Так, шестая серия, банный день. Банный день. Чистота – залог здоровья. Сосед Ванючка с нетерпением ждет возможности расслабиться в ванной. А пока вода набирается, он листает старый альбом, где полно фотографий его дорогой мамаши, попутно поглощая сладости и приглядывая за пудингом. Но Вуди уже придумал пару новых пакостей. 9 пакостей. Серии «Банный день». Oh.
Вроде все. Всего 9 пакостей. 9-9. Так, клетку получили. Продолжить. Так, здесь... Так, 29-33. Я так понимаю, что 29 это надо набрать вот этих вот монеток золотых, чтобы пройти на следующий сезон. Вот, ну мы собрали 40-40. Так, здесь надо... Максимум 42, нужно 33. Так, начинается тоже. Раз, два, три. 4, 5, 6 и туда. Так, второй сезон. Первая серия. Искусство требует жертв. Искусство требует жертв. 8 марта наш сынуля решил сделать маменьке незабываемый подарок. Может подарить ей фотопортрет ее драгоценного мальчика? Или картину? Вытечь статую маменьки в полный рост? Или смастерить для нее вазочку? Размышления соседа сопровождаются страшным грохотом. Придется Вуди внести свою лепту. Здесь у нас 7 пакостей. Серия «Искусство требует жертв». Так, здесь у нас добавили третий этаж. Ну и дела. Обстановка накалилась. Скорее убегайте, или вас поймают. Я просто пошел обратно, и пришлось убежать. Так, а он нас теперь, получается, ищет. Теперь встанет. Так, что он будет делать дальше? Занимается своими делами дальше. Картина. Вот здесь у нас получается. На балкон идет. Растворитель.
помогает избавиться от пятен краски. Эту картину. Ножницы режь, хоть металл, хоть бумагу. Смотреть на голубя. Потом голубя отпустить. Так, мы сначала пойдем наверх. Гаечный ключ. Так вот он не успевает. Пошел вниз искать. Так, горка магния. Если поджечь горку магния, будет ослепительная вспышка. Так, это фотоаппарат. Там закрыто. Прячемся. Пять, шесть. Отсюда начнем. Старая банановая кожура. Можно тут. Так, кнопки. Как бы не уколоться. Так, кнопки, наверное, вот сюда надо, потому что он здесь сидит, работает. Гаечный ключ. Гаечный ключ на машине. Так, осталось что-то, наверное, этим со статуей что-то сделать. Чего-то не хватает. Где-то что-то еще должно быть. Мы все брали. Так, о, мы бы влипли, если бы всем иногда не нужно было вздремнуть. Надо двигаться тихо, чтобы никого не разбудить. Крадитесь, используя правую кнопку мыши. Это мы уже поняли. А вот он, просто так. Там что-то сделал с подставкой. Так, ну и все, последняя пакость. Нервный срыв. Дуэт кудали. Так, 7 из 7. Солнечное утро. Солнечное утро. Ласковое солнышко так и манит искупаться в его лучах. Едва почистив зубы, сосед устраивается в шезлонге на лоджии. Фиалка Сьюзи вот-вот засохнет от жары, а значит, у Вуди есть чудесная возможность попортить соседушке кровь. 6 пакостей. Серии «Солнечное утро».
сюда. Гайчик спит. Идет через низ кофе пить. Так, здесь у нас какая-то маленькая. Свернем. Крем для загара. Понятно, так идет сюда. Маленький ключик на ярлыке, красный крест. Нам теперь надо ванну. Санузел. Так, он идет поливать цветы. Цветок. Так, здесь зубную щетку используем. Грязная зубная щетка. Не успеваем уйти никуда. Нам еще на кухню надо попасть. Так, он поливает и уходит относить обратно. Тут мы вроде брали. Да. Так, если мы сейчас сюда крупицы засунем, то он, по идее, выпьет и побежит в ванну. Можно кинуть куда-нибудь сюда. Убегаем. Да, тоже сейчас подхлебнется. Сюда пойдет. Яд для сорняков. Кнопки. Пчелиный мед. Мы сейчас глянь свернули, поэтому солнце, по идее, на него будет попадать. И он намажется кремом от загара с медом. Кофе идет пить. Надо попробовать его выманить. Это он будет очень долго делать. А так тоже долго. Идет на шезлонг. Дом интересно построен. Еще
чуть-чуть заходит. Чё, везде. Всё. Это получили. Пикник на балконе. Снова здорово. Толстяк убрел наверх, оставив полный холодильник еды. Угли шипят. Сосед поглощает один сочный кусок мяса за другим, запивая стаканчиком винца. Вот это пир. Правда, он совсем забыл про Вуди. А у того уже пара горячих пакостей наготове. 7 пакостей. Серия «Пикник на балконе». Так, сейчас будет бегать на нем. Да, по нижнему этажу пока бегает. Спокойно можно тут все сделать. Так, нам надо сначала к стейкам добраться. Вроде вниз должен побежать. Нам сюда не зайти. Теперь можно. Так. Вот пир стоит пока что. Он пока здесь успеет. Так, сейчас он возьмет тапочки вместо мяса. Уйти мы не успеем. Банановую кожуру, наверное, сюда положим. Ha ha ha!
вроде все. Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика. С каждым днем брюхо соседа все жирнее и толще. Пора заняться гимнастикой. Он перепробовал все, от штанги до йоги и батута, чтобы согнать жир с тучного брюшка. Но не видать ему тишины и спокойствия. Буди успевает там и тут. 10 пакостей. Серия «Утренняя гимнастика». Еще одну комнату. Let's go.
Так, вроде все. Прячемся и смотрим. Сделали. 9 раз вы увидели себя, то есть максимально, так понимаю. И статуэтку получили. Продолжить. Так, следующая. Мастер-ломастер. Мастер-ломастер. Наш сосед настоящий дока по части инструментов. По крайней мере, сам он считает себя мастером на все руки. Завернуть болт здесь, просверлить дырку там, вмиг прочистить раковину и починить отопление. Не так-то это оказывается просто. Надвигается настоящая катастрофа. Нет сомнений, Вуди примет в ней живейшее участие. 8 пакостей. Серия «Мастер-ломастер». Ha ha ha!
Так, ну оголенный провод по-любому надо на лужицу сделать. Thank you.
последнем Пакистан. Сейчас, по идее, мы воду обратно включили. Пошел здесь долбанет водой. Восемь пакостей, 7 срывов. Ветка. Так, следующее. Все на борт. Все на борт. Чтобы сбежать от Вуди и его пакостей, сосед купил билет на кругосветный круиз. Но соседу и в страшном сне не могло присниться, что Вуди будет следовать за ним по пятам, да еще и со всей съемочной группой. В этой серии вы научитесь управлять Вуди и устраивать пакости докучливому соседу. Удачи! 4 пакости. Серии «Все на борт». Мадам. Так, у нас паук-черпак. Его надо поднять. Так, переходим в третий сезон. Так, здесь у нас первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая серия. Так, потом будет еще четвертый сезон и что-то финальное. Так, тайное присутствие. Тайное присутствие. Круизный теплоход с соседом на борту прибывает в Китай. Ольга с сыном идут на пляж. Узнав об этом, влюбленный сосед тут же вспоминает, что он, оказывается, всю жизнь обожал пляжи. Но куда бы он ни пошел, за ним по пятам следует Вуди. 5 пакостей. В серии «Тайное присутствие». Yeah!
Нервный срыв, 5 пакостей выполнить, 4 срыва, статуэтка. Так, занято. Занято. В этот раз нам предстоит увидеть великую китайскую стену. Сосед снова распускает хвост, пытаясь поухаживать за Ольгой. Тем не менее, дама предпочитает изучать китайскую культуру, а не сомнительные чары соседа. И Вуди постарается, чтобы все так и осталось. 5 пакостей. В серии «Занято».
всего 5 баксов сделали, 4 срыва, статуэтка. По ком звучит гонг? По ком звучит гонг? И снова Великая Китайская Стена. Разумеется, сосед ухитрился затесаться в ту же группу, что и Ольга, и теперь собирается произвести впечатление на свою даму сердца. А вот какое это будет впечатление, целиком зависит от Вуди. 6 пакостей. Серии «По ком звучит гонг?». Он ходит по кругу. Мы начнем сверху. Сюда. Так, 6 пакостей, 5 подряд нервных срывов, статуэтка. Фокус с шариком.
Фокус с шариком. Ольга с сыном уже на пляже, и сосед снова тут как тут. Он ненавидит мальчика и всячески шпыняет его за спиной Ольги, а ей самой строит глазки. Но Уди разоблачит лицемера. 5 пакостей. Серия «Фокус с шариком». Пакостей, 4 срыва, у нас катаретка. Следующая точно в яблочко.
Точно в яблочко. Соседа поджидает приятный сюрприз. Его любимая мамочка прихватила с собой свою шавку и решила сопровождать сыночка в путешествие. Она видела сериал и надеется оказать сынулечке моральную поддержку. Теперь Вуди предстоит серьезная борьба, но его не пугает трудности. 6 пакостей. Серии «Точно в яблочко». В общем, был блохастый коврик, чесаться начал, отпустил штангу.
Пошли. Следующее. Маменькин сынок. Маменькин сынок. Все благополучно прибыли в Индию и вновь собрались на пляж. Ольга все еще не обращает внимания на соседа, так что он всячески старается произвести впечатление на мамочку и отыгрывается на окружающих. Но благодаря Вуди это ему с рук не сойдет. Семь пакостей. Серия «Маменькин сынок». Ha ha ha!
последний пакет остался. Пружины. Семь пакостей, шесть срывов и статуэтка. Так, это у нас был третий сезон. Третий сезон прошли, переходим к четвертому. Так, тут у нас также идет по порядку. Значит, первая серия «Над облаками», «Большие амбиции», «Момент просветления», «Соседа за борт», «Камера» и «Ешь и будь съеден». Начинаем с «Над облаками» первой серии. «Над облаками». Следующий пункт программы «Тадж-Махал». Мамочка тут же исчезает на базаре и не выйдет оттуда, пока не спустит все деньги. Сосед осматривает достопримечательности и снова дразнит слонов. Вуди обязательно этим воспользуется. Семь пакостей. Серии «Над облаками». Меня током почему-то не било. Прямо в луже стояли. Thank you.
7 пакостей, 6 срывов, статуэтка. Так, вторая серия. Большие амбиции. Большие амбиции. Кошмарная семейка снова на прогулке. Мамочка не вылезает с базара. Ей пришлось по нраву асбестовые трусы. Сосед тоже нашел себе развлечение по душе. Он катается на священных коровах и ходит по горячим углям. Разумеется, Вуди не может остаться в стороне. И пакостей. В серии «Большие амбиции». Ужасный момент. Прям ужасный. Так, не успели спрятаться. Не совсем сладкая концовка, конечно, будет этой серии. Но как есть. Так, 7 пакостей, 6 срывов. Один раз все-таки нас побил. Мы успели буквально там на миллисекунду. Может быть, если бы мы отменили, мы бы залезли спокойно. Так, идем дальше. Момент просветления. Момент просветления. Соседу так и не удалось завоевать благосклонность Ольги, и даже мамочкина любовь стала действовать ему на нервы. Вот он и отыгрывается на безответном слоне. Но у животных тоже есть права. Да и Вуди не дремлет. 8 пакостей.
серии «Момент просветления». Восемь пакостей, шесть срывов, одна статуэтка.
Так, сосед за борт. Это у нас следующая, четвертая серия. Соседа за борт. Сколько всего произошло к началу третьей части круиза? И сколько еще предстоит свершений? Мамочка продолжает жаловаться на шум, а сосед в это время пытается убедиться в том, что на теплоходе безопасно. Пусть пытается. Вуди заставит его потрястись за свою шкуру. 8 пакостей. Серии «Соседа за борт». Угорает. 8 пакостей сделали, 7 срывов и статуэтка. Так, следующая камера. Камера. Вива Мексика.
Пока мамочка восторгается быками и храмами, сосед отводит душу. Ему захотелось движения, и он прыгает и скачет по скалам. Но не стоит забывать, если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет. 9 пакостей. Терри Камера. Относительно это нам на руку. Хотел обратно заходить. Thank you.
Так, ну это последняя пакость. Два раза на скач поймали по неосторожности. Девять, восемь. Вот это. В принципе, можно бы еще 2000 выиграть, если бы. Теперь проходить я не буду уже из-за этого. Так, следующая. Шестая серия. Ешь и будь съеден. Ешь и будь съеден. Энтузиазм соседа слегка остыл. Тем не менее, сосед продолжает попытки завоевать сердце Ольги. Неужели получится? Пока Вуди рядом, никогда. 9 пакостей. Серия «Ешь и будь съеден». Приходится выключать анимацию, потому что иначе не успеть. Теперь все успеть.
9 пакостей, 8 срывов, 3 жизни, 100. Так, 4 сезон прошли. Так, и последняя серия. Без паники. Без паники. Отпуск подходит к концу. Круизный теплоход приближается к дому. И вокруг царит тишина и покой. Только сосед слоняется по палубе и крутит и вертит все, что не приколочено намертво. Вот и докрутился, думает Вуди. 6 пакостей. Серия без паники.
Так, а сейчас момент будет, ее надо будет забагать. То есть мы должны левой кнопкой мыши вот так, не крадясь, спускаться. Она проснется и снова заснет. Ну вот, у нее обнулится эта полоска опять. Да, начнется. Мы должны успеть туда потом. Она проснулась, что-то опять заснет. Мы успеваем подобрать рыбу. Должны успеть ее сюда засунуть и убежать. Сейчас, конечно, возможно, не надо было ее снова багать. Потому что он сейчас будет ждать, пока она проснется, пойдет сюда. Ну, ладно. Мы не спидранеры. Сейчас нас, по-моему, спалит. Да, немножко тайминги не те. Субтитры сделал DimaTorzok.
Все, это был конец. Все прошли. Финальные прошли. Здесь. Ну, в общем, на 100% все прошли. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марк.